Золотая Нива. Очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем поздороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Берегись! Кто следующий? Сейчас ударит! Его!
Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак, иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме.